Системы активируют. Прокачайся или выметайся. Не трещи, скажи, что сделать с машиной. Гарантии не даю. Готово дело. Приехали. Припасов. Уж извиняюсь, боеприпасы закончились. Боеприпасов. Ой, Мосин! Я
перегреваюсь. Система полностью восстановлена.
А, Рейнджер. Что нового? Мне знаком этот взгляд. Я могу помочь, только попроси. Знание сил, да, которую можно ты еще купить. Придешь. Насытился пытливый ум. Рассказывай. Проект «Кинжал» завершен. Мы готовы. Готовы уничтожить правительство навсегда. Проект «Кинжал» завершен. Мы готовы. Мне пора. Смотри, чтоб тебя там не убили. Только смотри, чтоб тебя там не убили. Рейнджер. Не забывай о главной цели. Внезапная поломка! Тебя это подлатать? Я могу! Как? Удалось побывать на трассе? Там рядом домик моей бабули. Пока. Ты всегда проходишь. Стильные штучки, везде рады. Шикарно знаменито. Гламур. Адьос. О, мой желанный. Надо идти. Шикарно знаменито. Гламур тоже.
отдышка, а под капотом полно работы. Тащите ваш друндулет к старине Расти. Привет. И вас обслужат по высшему разряду. Привет. Пишите мне погреб горилл за новейшим снаряжением для высококлассного лечения. Собрались выпадать морю в пустошах или врубиться на тачке с шайку головореза? Заблаговременно задать историю. Вот, смотри! Слушай, босс, не заставляй меня туда возвращаться. Ты не можешь меня заставить. Это песку. Проверь его в деле. Щелкни вот тут по лохоловке. Я тут проходила мимо старых развалин. Тех, которые прямо над великой трещиной. Там что-то было. Оттуда доносился ужаснейший шум, какие-то вопли. Дым столбом и все такое. И как ты думаешь, что там? Думаю, что там призраки. Да-да, духи предков возвращаются, чтобы высосать жизни живущих. Лично я теперь туда не ногой. Ну нахрен. Я только что оттуда. Нет там никаких духов, только хмыри и дым-машина. Правда? А я-то повелась. Пожалуй, теперь мне можно снова отправиться в путь. Спасибо. Иди сюда, стрелок. Хочешь подзаработать? Привет. Я Яшма. Я рулю караванной торговлей через источник. Ищу сейчас человека на крупный контракт, для которого нужна серьезная огневая мощь. На востоке отряд хмырей захватил Стилтаун и всех перебил. Скверная новость, что сказать. Начальникам караванов нужен человек, который освободит наш аванпост. Там засела толпа хмырей, поэтому человек должен быть опытный. Ты подойдешь. Да, опыт у меня есть. Я посмотрю. Надеюсь, не просто посмотришь. Как зачистишь, дай нам знать. Любитель миска на гриле Час Мараз объявил, что неизвестный, но очень талантливый гонщик взял первый мискаль. Я готова. Распознан постоянный клиент. Закрывай окно торговли. Переход в режим покоя. Продать! О, прелый запах хлама. Нет в мире лучше аромата. Легче рюкзак, пружинистей шаг. Все в плюсе.